Казахстан – страна, свободная от туберкулеза. Таков лозунг нашей страны в грядущий Всемирный день борьбы с этой болезнью. Диспансеры и стационары сейчас готовятся ко дню открытых дверей. А сегодня в стенах Центра формирования здорового образа жизни прошло заседание круглого стола, на котором вновь рассматривались актуальные вопросы противотуберкулезной службы области в рамках программы «Саламаты, Казахстан». На данный момент врачам удалось остановить рост и положить начало к снижению заболеваемости туберкулезом. Об этом свидетельствуют цифры. В прошлом году число больных туберкулезом в нашей области увеличилось на 400 человек. В 2013-м эта цифра составляла 413 человек. Всего по области в настоящее время зарегистрировано 2814 больных, несущих социально-экономическое бремя и человеческие страдания, связанные с туберкулезом. В ряды снижается заболеваемость более 20%. И смертность у нас снизилась, если республиканский показатель 4,7, у нас 4,6. Детская заболеваемость снизилась на 8%, подростковая заболеваемость снизилась на 4%. А на сегодняшний день у нас проводятся профилактические мероприятия, это флюорографические обследования населения с 15 лет. Это бесплатное, оно входит в гарантированный объем медицинской помощи, то есть каждый желающий с 15-летнего возраста может пройти в своей поликлинике флюорографию. А между тем, отмечают специалисты, в борьбе с туберкулезом человечество сделало огромный шаг. Благодаря новым препаратам и технологиям сейчас диагностировать у человека туберкулез можно минимум за 2 часа, максимум за 2 дня. Раньше на это уходило 2 недели. Да и сам курс лечения, который длится полгода, позволяет исцелиться на 100%. Правда, немало случаев, в которых не обойтись без хирургического вмешательства. Обычно 98-99% хирургические методы являются эффективными, то есть дают хорошие результаты. Чем больные хроники, чем дальше, дольше болеют, тем, конечно, эффективность там несколько снижается, но остается высокий, в пределах 92-94% случаев. Поэтому мы всегда больных, которых лечится, находится на лечении, контролируем, чтобы в случае неэффективности терапевтических методов сразу предлагаем оперативное лечение. Шанс, что туберкулез вылечат, увеличивается, если больные обращаются в диспансер в начале заболевания, отмечают специалисты. Также огромное значение играет ознакомление населения с тем, что представляет собой туберкулез, каковы его признаки и как с ним бороться, то есть санитарное просвещение. Антон Киселев, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.